кто виноват и что делать. Количество аварий с участием пешеходов в последнее время неуклонно растет. Только за последние 4 месяца по их вине произошло 46 ДТП. 3 человека погибли, 46 получили ранения. Сотрудники республиканского ГИБДД провели профилактический рейд. Его цель – выявление злостных нарушителей. В поле зрения инспекторов пешеходы, которые не соблюдают правила и создают аварийные ситуации на дорогах. В результате проверок в центре города за 1,5 часа сотрудники ГАИ выписали более 30 административных протоколов за переход в неположенном месте или на красный сигнал светофора. Специалисты напоминают, штраф за такие нарушения – 500 рублей. Одним из нарушений – это переход в неустановленном месте. По объяснению самих пешеходов при проведении рейдов, пешеходы торопятся, и мне лень пройти до зебры, чтобы перейти дорогу в установленном месте. В связи с этим совершаются наезды на пешеходов.